Для выполнения полупируэта на галопе хорошо отрабатываем сокращение с сохранением ритма и качества галопа, а также выдвижение вперед после сокращения. Галоп сокращаем почти до галопа на месте, с равновесием на задних ногах и сгибанием вокруг внутренней ноги. В таком положении мы можем сделать 2-3 пируэтных темпа и снова двинуть лошадь вперед. Потом увеличиваем количество полупируэтных шагов. Внешний повод придерживает корпус, не давая удлинить галоп. Всадник сохраняет глубокую посадку, поясницей толкает задние ноги лошади к поводу. Ошибкой является заячий галоп, когда лошадь прыгает на месте одновременно двумя задними ногами, а также потеря продвижения на повод, замедление галопа. Сохраняем равновесие на заду и движение на повод.